Владимир Путин принял участие в учениях стратегических ядерных сил России. Во время маневров верховный главнокомандующий запустил 4 межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие ядерной триады на земле, в воде и в воздухе. С космодрома Плесецк запустили ракету «Туполь» по полигону «Кура» на Камчатке. Практически одновременно в тот же район был произведен пуск с подводного крейсера Северного флота. Еще 2 ракеты стартовали с атомной подлодки в Охотском море и успешно поразили цели на полигоне в Архангельской области. А самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22 взлетели со своих базовых аэродромов и отработали наземные цели на полигонах в Коми, на Камчатке, а также в Казахстане.